Одесский исполком принял решение о госсубвенции для детей-сирот. Заседание было внеочередным, ведь срок подачи протоколов и списка в региональную комиссию истекал. В перечень попали чуть более 300 детей-сирот из Одессы или тех, кто лишен родительской опеки. С госсредств город должен обеспечить детей или жильем, или финансовой помощью. В службе по делам детей отметили, не факт, что дети из этого списка получат средства, ведь деньги выделяются на весь регион. Державні кошти спрямовуються на регіональний рівень до обласних адміністрацій. Регіональний рівень збирає протоколи з затвердженими списками і вирішує, скільки місцевим та районним адміністраціям вони спрямують коштів. Ми не можемо цього прогнозувати. Ми подаємо весь перелік наших дітей та осіб, а вони вирішують по даті постановки. Це буде Біляєвка, чи це буде Нарубайське, і куди попаде наша Одеса, ми ще не знаємо. Исходя из прошлогоднего опыта, средства распределялись в порядке очереди среди детей города или населенного пункта. Но в этом году процедура изменена. Теперь очередь будет общая по области. Во время заседания выяснилось, что первым в городском списке находится одессит с 2013 года, а в области есть те, кто ждет с 1999 года.